успели сманеврировать. Пропуская нарушителей, участники этого дорожного конфликта стали заложниками обстоятельств. Точнее, остались у разбитого корыта. В аварийном трио «Опель», «Спорт» и «Ауди» виновных нет. Здесь стоял автомобиль с включенным левым поворотом. Вот. И поворот, видно, разворачивался, то есть на этом перекрестке. То есть мы стали его объезжать, ну, водитель успел остановиться, ну а девушка, то есть уже поздно, видно, увидела, и был удар. К слову, на этом перекрестке поворота налево нет. Однако безграмотный водитель оказался проворнее остальных. С места ДТП провокатор скрылся, но далеко уехать виновнику не удастся. Госномер, марку и цвет машины пострадавшие запомнили.